Что у вас на носу? Ничего. То вы знаете, что у вас на носу? На носу очки. Да. Мужчина, мужчина, что это у вас на носу? Новый год. Да! Зима застала нас врасплох, и с каждым днем новогодняя атмосфера все ближе и ближе. А вот готовы ли минчане к настоящей суровой зиме, сейчас мы с вами узнаем. Готовы ли вы к зиме? Застала ли она вас врасплох? Нет, не застала, я был готов. Нет, не застала. Никак, наступила внезапно. Адаптируемся. Вы себя переобуть успели-то на зимнюю резину? Да. Как зима снежная вас встречает? Да. Готовы? К чему? К зиме. Я готов всегда. И рады такой погоде. Не хотел говорить, отвечает. Мы готовились. Ну как вы готовитесь к зиме? Никак. Гуляю, пенсионер. Начинаем пить курс витаминов. Какие витамины пьете? Растворимые, шипучие. Индейку покупаю и тушу, чтобы было всем вкусненько, рождественское такое. Уже сейчас ловите рождественское? Ну, конечно, конечно. Что я денежку получил, пошел купил, вот все, подготовка. Достали лыжи, санки, клюшки. А вот чем занимаются наши пенсионеры на пенсии, кроме того, что гуляют? По поликлинику бегают и по магазинам, куда еще? По всему по открытой шее не очень-то тепло одеты. А мне не холодно. Холодно? Закаляться надо. Как вы закаляетесь? О-о-о. Давайте. Не знаю. Босиком по снегу ходите, в прорубь окунаетесь, может быть? В прорубь окунался. Да? Да. Я тоже. Ну и как? Мне очень нравится. А чтобы не заболеть, что нужно делать зимой? А я и так не болею, не знаю, не могу ничего посоветовать. Какой рецепт? Не болеть. Много спать, отдыхать, не переусердствовать. Сохраняет свое, так сказать, эмоциональное здоровье. Конечно, в первую очередь нужно уделять внимание питанию, делать зарядку по утрам. Делаете? Да, обязательно. Работа такая, что необходимо делать. Вот, собственно, наверное, и все. Секрет здоровья в хорошем образе жизни. Конечно. А себя переобули на зимнюю резину-то? Переобул. Да? Какой канал? Не знаю Минск такой. Новости. А, Минск Новости. Надо знать. А подарки будут? Новый год ждут в детском садике. Как это так можно говорить? Новый год ждут в детском садике. Нет, ну вообще будет год дракона, будет самый счастливый год. Високосный год. Вот погода на улице снежная, именно без этих людей мы бы не справились и не смогли бы нормально передвигаться. Вы знаете, то, что ваша профессия, она настолько ценна, насколько сложно вот в такую погоду холодную грести вот этот вот снег. Конечно, тяжело. Сделаем город чистым. Для людей стараемся, чтобы вот вы могли пройти утром на работу. Знаете, я от всех журналистов говорю вам огромное спасибо, потому что на улицах просто какой-то ужас. Видите, такие погодные условия, чтобы не подвести ни наш ремонтадор, и самим, чтобы стыдно не было за свой труд. Каждый труд ценится, правильно? Да. Какой бы он ни был. Застала ли вас зима врасплох? Пишите в комментариях, а также выходите на улицы города и помогайте нашим дорожным службам и ЖКХ справляться с такой снежной бурей. С вами были Минск Новости. Пока-пока.